Ко мне обратились жители Абазы по вопросу аварийного моста, соединяющего две части города. Этот мост находится на балансе наших соседей в Республике Тыва. Я пообщался с РИО главы Республики Тыва Хавалыгом Владиславом товарищ Таевичем. Правительство Республики Тыва подготовило документы по передаче дороги и моста в федеральное ведение с января 2022 года. Сегодня министр транспорта Тывы повез документы в Москву. Мы совместно с нашими коллегами должны пройти путь подготовки внесения изменений в правовые акты. Эту работу мы запустили. Что касается конкретно моста, по моей просьбе в РИО главы Республики Тыва дал поручение правительству увеличить текущее финансирование для Абазинского дорожно-ремонтно-строительного управления на содержание данного моста и проведение текущего ремонта. Считаю принципиально важным, чтобы Минтранс Хакасии активно включился во взаимодействие с коллегами из Республики Тыва.